Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Mongoose Games, а мы с вами продолжаем прохождение Anno 1800. В прошлой серии мы с вами открыли земли львов, куда мы сейчас с вами переместимся, и также мы перешли с вами это уже в инженеров. Вот так вот выглядят их домики уже, вот такие вот красивые, тут просто все у нас замечательно. По поводу войны, война пока что у нас продолжается, тут нам не хватает, чтобы у него... выкупить этот остров. Денег нам надо еще 2,5 миллиона накопить. Ну и плюс нам надо зарабатывать очки влияния. Это нам надо будет переходить в инвесторы. Ну, пока что мы тут, наверное, старый свет оставим. Тут у нас вроде все идет хорошо. Давайте будем это уже строить поселение. Получается... так, мы тебя пока что оставим, наверное, да? Ничего с себя выгружать не будем. С тебя все выгрузим. Туда. Если что, построим тут оборону, правильно? Но чтобы пушки построить нам, к примеру, построить пушки, нам нужно будет это, получается, построить, во-первых, тут поселение, во-вторых, нужны очки влияния для этого. Давайте размещать с вами тут наш первый городок, да? Как он у нас пойдет? Ну, так же, как мы и до этого делали, у нас пойдет это, получается... дорога вот так вот, да, где-то примерно, да, мы с вами расположим ее, так вот проводим, и получается очерчиваем тут наши квадраты, получается 3, 6, 9, 10, вот так вот она пойдет дорога, потом 3, 6, 9, 10, и вот так вот пойдет дорога, все, размещаем тут наши дома, давайте быстренько. Вот так сделаем. И вот так вот сделаем, да? Теперь, только мы сделаем это вот так вот. Я хотел в режиме копирования это все сделать. Хорошо, мы прибыли издалека. Вот так вот делаем. Если хотите, я могу провести вас по саванне. Да, хорошо, сейчас сделаем все. Принято. Так, что там надо сделать? Ничего не надо делать, да? Продолжаем тут накидывать наш, получается, городок. Ставим его вот сюда. Давайте, наверное, поближе еще сюда к порту. И поставим где-то вот здесь примерно еще один ряд, да? Так. Немножко неправильно. Сейчас перенесем, сдвинем это все. И пока что... думаю, это вот так вот, да? Единственное, ребята, сейчас вот это вот все переделаю. Ну и ставим вот тут райончик. Все, есть. Это у нас есть. Так, дороги. Дороги. Дорогу мы соединим. Это, ну, вот так вот. Пойдет у нас дорога. С этим домом, ну, тут мы соединили. Здесь получается вот так тебе дорога, правильно? Да. Нам надо поставить им рынок. Рынок, получается... пойдет у нас вот так. Нам надо 4 дома снести, да? Сразу сносим 4 дома. Ставим им здесь рынок. Вот так вот. Потом нам бы еще в пожарку выйти, было бы неплохо, да? Строим рынок. У нас продают не только товары, но и легенды. Теперь весь, все у них постройки идут. Это... на этих прилавках в ходу все. С дерева, доски и с корьи. У них совершенно другие доски. Поэтому мы ставим где-то примерно... одну поставим плантацию здесь, одну плантацию где-то поставим, получается, вот на одной линии было, это вот здесь, да? Вот так вот мы теперь это соединяем дорогой. Вот так вот. Здесь посередине где-нибудь поставим им склад. Ведь не дом, склад. Получается, а как ты там стоишь? Ну вот так вот, пускай будет стоять склад, да? Склад строим, это строим. Это строим, чтобы нам начали уже добывать доски. Вообще досок тут надо будет, наверное, большое количество. Кстати, мы тут можем еще расстроиться, да? Тут у нас есть причал. Хорошо. Это здорово. Этот жук усатый тут уже у нас плавает. Так, и вот это вот нам надо соединить также дорогой. Правильно? С общим городом. Получается... да что такое, попасть не могу. Вот так вот. Все.
Это мы все соединили. Доски будут нам поставлять. Потом давайте строить еще это райончики, да? Один вот здесь, один вот здесь. Стоит вот эти вот построим. Подальше от существ, что устраивают гнезда на ветвях. Так, козье молоко нам нужно, да? Козье молоко. Горячительным напитком мы предпочитаем теплое козье молоко. Я понял. Сейчас мы расположим вам козье молоко. Так, фермы, как вы идете у меня фермы? Получается, ну, к примеру, я тебя ставлю так, как да, у тебя идут поля. Раз, два, три. Ну вот, так-то лучше. И получается... Получается вот так 4, правильно? Когда мы вот это вот копируем, ставим тут еще одну такую же ферму. Думаю, пока что этого хватит. Соединяем это все дорогой. И дорогу выведем, наверное, это куда-нибудь вот так и вот так. Здесь поставим также склад. Давайте вот так вот его даже развернем. Это мы с вами строим. А здесь нам не хватает уже досок, да? Ну, надо, чтобы побыстрее подождать, пока они накопят нам чем доски. Чем могу помочь? Производство пошло. Думаю, будут накапливать это быстро. Каждые 15 секунд, да? Отлично. Просто надо немножко подождать. Так, досок немножко накопились. Значит, строим им вот это. Строим вот это. Чтобы уже доставлять им молоко. За также очень щедры. Нам нужна пожарная охрана. Это нам надо 150 человек. Давайте дальше улучшать дома наши. Вот здесь улучшаем район. И пока что вот здесь улучшаем район. Да? Насколько досок хватило? Сколько хватило досок? Утренняя что им нужно тут будет еще? В лучах солнца. Получается, в потребностях им нужно будет молоко, которое будет сейчас поставляться. Нужны пышные наряды и нужно сушеное мясо, да? По уровню счастья им нужна площадка, музыкальная площадка для музыкантов. И чай из гибискуса нужен. Хорошо. Нам это пока что недоступно, да? Потому что мы с вами еще не накопили... Ну, не набралось у нас столько людей. По финансам мы пока что идем в минусе, да? Баланс минус 75. Надо будет какой-то небольшой плюс выйти, чтобы нам не сильно било это по карману. Я так понимаю, у нас получается наш усатый таракан. Раз появилось у нас немножко тут влияние, то он... Вы поднялись на новую ступень. Выкупил там свою долю, да? Ну ничего, мы влияние сейчас получим и обратно у него это все выкупим. Так, нам стала доступна эта пожарная охрана. Давайте пожарную охрану разместим где-то, к примеру, например, это вот здесь. Так вот мы ее расположим, сразу построим. Но чтобы она работала, это нам надо здесь провести воду. Во-первых, ставим водяной насос. Поставим его вот здесь. И протянем канал. Вот так вот, прям вот сюда. Вот так. Чтобы пожарная охрана работала, вода должна поступать именно вот в эту точку. Вот видите, ребята, тут у них как бы колодец, насос стоит, и сюда будет поступать вода. Вода сейчас пойдет, когда мы только построим вот этот насос. Все. Тут крутится у нас колесо. Крутится колесо. И вода поступает. Плюс тут через вот этот мостик вода еще уходит у нас на эту сторону. Отлично. Просто отлично. Так, козье молоко. Ну, козье молоко уже нам поставляют, да, нашим ребятам. Осталось все здорово. Давайте займемся теперь... Ну, давайте, во-первых, площадку для музыкантов где-нибудь мы расположим. Ну, к примеру, все ли будет оно нас захватывать? Если город... Если я тебя вот тут вот размещу. Ну, можно сказать, что весь город почти что, да? Да, как и люди... Это первородная сила. Воля способна обуздать эту силу для всеобщего блага. Так, тогда мы что делаем? Мы вот этот дом
переносим сюда. В этом регионе бесы мало воды. Вот этот пока что сносим. Создали систему орошения. А здесь ставим музыкальные павильоны. Ну, на него требуется аж 20 досок. Значит, ждем. И пока что можем заняться это пышными нарядами им, да? Для этого нам нужна льняная ферма. Льняная ферма у нас выращивается только, получается, на плодородной земле мы можем ее разместить. Поэтому давайте тогда, наверное, вот здесь проведем канал вот так вот. Пока что мы его кинем вот так. Делаем вот здесь небольшую такую штучку. Здесь получается большую штучку. Это мы перейдем вот сюда. Это примерно куда-то выведем вот сюда, чтобы у нас тут все плодородное было. И это выведем куда-нибудь пока что вот сюда. Может, нам еще одну насосную станцию поставить, как вариант. Чтобы воды быстрее добывали нам, да? Воду побыстрее нам добывали. Так, мы тебя тогда строим. И соединяем тогда вот так вот еще. Правильно? Все, вода пойдет. Также воду давайте, наверное, это протянем вот сюда еще. Вот так вот. Так, ну и будем тут размещать наши льняные поля. Так, получается, здесь надо еще нам вот так вот провести. Тут квадратик мы не застали, да? Давайте сделаем это вот тут еще. Канал. И вот тут вот канал. Вроде как тут все должно... Ну, тут ладно, тут пускай так будет. Теперь переходим к нашим льняным фермам. Так, одну мы ставим, это получается вот здесь. Одну поставим вот здесь. Пока что вот так. Потом проводим это здесь дорогу. Да, проведем вот здесь дорогу. Правильно? Здесь поставим им склад. Вот так вот. Склад сразу строим. Это мы сейчас построим, когда закинем сюда поля. Начинаем размещать поля. А, нам надо, кстати, дорогу соединить с нашим городом, да? Давайте ее проведем. Это, ну, пускай будет вот так вот и вот так вот. Размещаем наши поля. Получается, вот так вот мы их кидаем. Тут уже недоступно, да? Куда-нибудь это выводим вот сюда. И... пускай будет вот так вот. Теперь следующее поле. Следующее поле. Размещаем это вот так. Теперь это соединяем вот так. И пошлите засеивать это вот тут вот все поля. Да, все неровности. Ну, по крайней мере, пока что вот так вот, да. И еще немножко полей. Ну, вот так вот. Делаем. Все. Все. Строим. Все. Потом нам потребуется это льняные мастерские. Основа нашей культуры. Льняные мастерские. К объединению НБСы. Получается, что у нас получается? У нас поля минута, то есть два поля у нас идет. Но им нужен лед. Обеспечивают одну льняную мастерскую, которая у нас будет обеспечивать две вышивальщицы, да? Тогда мы ставим тебя вот здесь. Тебя мы ставим, размещаем. Тогда получается... давайте вот сюда выходить, да? Угу. Ладно, пойдем вот тут тогда. Раз, два. Вот так вот делаем. Это соединяем дорогой. Вот здесь вот. Вот так. Здесь им в углу тогда поставим это склад. Да? Вот так вот будет. И это тоже так же с вами строим. Так. Так. Тут уже не хватает нам древесины. Но надо будет ждать опять древесину. Опять надо будет ждать древесину. По финансам пока идем в минус. Раз идем в минус, надо строить нам дальше дома. Ну, одну мастерскую мы уже строим. Табарим
и освоить. Чтобы начали им уже одежду как, какую-никакую производить. И тут осталось также накопить еще немножко древесины. 3 штучки. И мы также это тут построим сейчас. Так, готово. Это мы с вами строим. Все. Пишет что? Пишет, не хватает им... короче, ткани, да? Ну, сейчас будут производить, сейчас все наладится. Вы прям хотели, чтобы тут у нас что, полные склады были, что ли? Нет, такого не будет. Так, пушки. Пушки, на пушки надо нам... А, дерево, тут какой-то другой кирпич. Ну и пушки у нас тут есть. Зря я сюда вез кирпич. Тут совсем другая инфраструктура получается, да? Хорошо, я понял. Я понял. Ну, нам надо еще домики улучшать, да? Нам надо еще улучшать домики. Чтобы было больше населения. Чтобы выйти какой-никакой, это плюс по балансу, да? Чтобы у нас тут поселение было не в минусе. Ну, ждем тогда, когда накопится у нас это все. В принципе, пока копится у нас древесина, можем с вами запланировать это, например, сушеное мясо им еще нужно, да? А на сушеное мясо, да, нам не хватает пока что людей. По уровню счастья можно им построить это, получается, музыкальную арену, вот эту, да, площадку для музыкантов, но тоже не хватает древесины. Я понял. Так, все, доступно нам стало сушеное мясо. Кстати, давайте выполним квестик. Вы не видели моих братьев? Эти мышата вечно... О, какое облегчение для всех нас. Так, и что надо сделать? Найдите братьев в красных рубашках. Ага, ищем ребят в красных рубашках. Вот это один побежал. Собираем его. Мальчугана. Второго. И где-то надо поискать еще двоих. Лучше обезопасить себя от пожаров. Гобелены легко загораются. И четвертый. Все, задание выполнили. Позаботь, храбрые люди. Все, отстань от нас. Покажи, что он нам дал. Мы выполнили задание. Он должен был нам дать... Это нам очень поможет. Уроги хамелеон, зоопарк. Отлично. Надо будет потом доставить это все нам в Старый Свет. Так, ну а тут по заданиям надо нам... одежду сделать и построить площадку музыкантов. Давайте площадку музыкантов сейчас достроим, да? Сейчас еще одну доску нам принесут. Кстати, чтобы тебя улучшить склад, чтобы больше тут помещалось, для этого что требуется? Нужны старейшины, да? Нужны старейшины для начала. Я понял. Но дайте досочку одну. Готово. Мы тебя строим. Как они танцуют и поют. Чтоб у них это было... я и хотел бы оставить потомкам. Песни ну, и ну, короче, наши люди были счастливы здесь. Так, теперь им нужно это сушеное мясо. Сушеное хочу мясо. Хочу узнать побольше. Здесь требуется плодородная почва на острове, да? Плюс солеварня. Так, тогда ставим с вами... Корабль атакован. Две солеварни. Сейчас посмотрим, на какой корабль там напали. Ой-ой-ой, где это у меня? Это вот здесь. А, ну все нормально. Все нормально. Так, и что там надо сделать? Сфотографировать один из своих торговых постов в Старом Свете. Да, без проблем. Это мы сейчас с вами сделаем. Вот нам надо сфотографировать вот этот наш порт, да? Вот так вот мы тебе фотографируем. И дарим на память. Как интересно. Это поможет мне в переговорах с вашими правителями. Да-да-да. Так. Бинем говорит, в ваших землях соединяем дорогой. Странных чудес. Просветите. И здесь соединяем дорогой. Все, соливарни мы поставили, да? Давайте сразу же их... Ну, хотя бы одну построим. Так, теперь коров.
коров. Где же у нас будут коровки размещаться? Им нужна также плодородная почва, да? Придется тут строить как-то где-то канал. Вот так вот поставим. Это проведем вот сюда пока что. Давайте размещать наших коров. Получается, если я размещу тебя вот здесь, к примеру, да? Как у тебя идут поля? 5 полей. Ага. Ага. Я понял. Значит, вот это вот мы сносим. Сносим. И канал поставим. Это получается... Только поле. Давай поле поставь. Так вот поставишь поле. Здесь проведем канал. Вот так вот. Правильно? Дальше размещаем поля. Еще 4 поля. 2, 3, 4. Как-то они не сильно мне помещаются. Они мне не сильно помещаются. Получается, надо тогда вот так вот это еще сносить. Вот это вот переносить на одну клеточку сюда. А канал тогда ставить вот так. Получается, правильно? И здесь тогда мы добавляем еще одно поле. Что у нас идет по цепочкам? Вы у меня делаетесь минуту. Минуту. То есть две фермы надо, да? Две фермы, чтобы на одну сушильню. Я понял. Значит, мы тогда вот это вот копируем. Вот так вот. И поставим это где-то... Ну, давайте вот здесь, да? Вот так вот. А здесь проведем еще один канал. Вот так. Правильно? Только вот это вот мы сейчас все перенесем вот так, чтобы было на одной линии. Готово. Здесь проводим тогда дорогу. Вот так вот мы ее проведем. Эту дорогу мы, наверное, выведем куда-нибудь с вами вот сюда. Вот так вот. И здесь это соединим. Вот так вот. Есть. Также надо тут поставить им склад. Склад сильно большой, да, получается. Склад сильно большой. Хорошо. Я вас услышал. Ставим тогда им склад вот здесь. Как будет прям вот тут вот он находиться, правильно? А канал мы немножко подыграем вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Это примерно пока что вот так. Так, это тогда мы с вами уже строим, правильно? Все, плодородная почва у них пошла. А раз я могу вас научить, если строится хотите. На плодородную, кстати, можно им тут еще силосные башни ставить. Это здорово, это здорово. Так, ну это построили, соловарня у нас готова. Теперь нам надо сушильню построить им, да? Сушильню. Давайте где-нибудь вот тут ее тоже разместим. Хотя тут фермы пойдут. У меня поместится тут еще одна ферма. Тут вот. Нет, не помещается, да, уже одна ферма здесь. Хорошо, тогда тут у меня пойдут сушильни. Вот так вот пойдет у меня сушильня. И здесь где-нибудь еще добавим. Хотя, думаю, пока вот этого склада тут за глаза хватит, да? Ставим сушильню. Что тут у вас происходит? А, склад не построен. На склад надо немножко древесины. Сейчас сделаем. Готово. Строим. Все. А у них производство-то идет все больше и больше. Мне нужно обсудить с вами. А, высокая производительность. Касающийся всей империи. Так они больше будут коровок производить, да, на плодородной почве. Значит, нам есть смысл это поставить еще одну вот такую штуку. Давайте скопируем и поставим тут рядышком. И ее надо будет построить. А что тебе тут пишешь ты? Достаточно товаров? Ну, подожди, подожди, коровы-то только пошли.
Соль у нас добывается. Кстати, надо будет соль нам еще одну тоже построить. В общем, нужны доски. Купим доски. Поливарню ставим еще одну. Чтобы простое не было. А на тебя требуется 6 досок. Сейчас будет. Строим ее. Готово. Все, сушеное мясо тоже у нас пойдет, да? Правильно? Правильно, потому что фермы наши тут также работают. Уже почти до 200% доходят они, да? Потому что выращивают это все на плодородной земле. А что ты? А я не понял, почему? Почему так? Место для посевов и посадок. Тебе тут воды не хватает, что ли? На тебе вот так вот. Нету плодородной почвы, что ли? Ну, все. Теперь есть. Теперь есть. Все. Теперь замечательно. Ну и дальше нам что надо? Дальше нам надо улучшать дальше наши дома. Правильно? Здесь мы с вами все начали производить. Сушеное мясо, кстати, им стало уже поступать. Плюс им для счастья нужен это... Вот этот вот... Ферма гибискуса. Она интересна. Ее надо ставить, ну, к примеру... На плодородной почве. Нет, вот это вот. Пишет, что и плодородная почва... Не нужна, да? Так, ставим. Сколько тебе там надо? Минута 30, а ты делаешься у нас... Минута, да? Давай тогда ставим 3 и 2 вот таких. Получается, 1, 2. Здесь тогда им поставим также склад, чтобы у них был, да? Ну, вот так вот мы его разместим. Здесь соединим это сразу же дорогой, чтобы тут покрасивее было. Ну и это все надо построить, да? Тут не хватает древесины. Ну, по крайней мере, сейчас будут выращивать гибискус. Нет, ребята, так не пойдет. В общем, это тоже у нас, я так понял, поля на плодородной почве нужно выращивать, да? Давайте тогда это делать вот здесь. Правильно? Тогда я вот это вот все отсюда сношу. Мы их перестроим, это получается вот здесь. Хорошо, тогда проводим вот так дорогу. Вот до сюда. Правильно. Здесь мы сразу поставим это склад им. Вот так. И получается нам надо 3 вот таких поля поставить. Тут будет 1 поле, тут будет 2 поля. И вот тут будет 3 поля. Вот так вот. Правильно, если что, потом вот сюда куда-нибудь выйдем. Так, получается, тебе поля 144 надо аж, да? Тут, наверное, клеточку оставим. Получается. Как нам тут насос поставить? Вот так вот мы поставим. И где-то соединим это вот так вот, да? Вода пошла. Да. Вот. А тут дальше засеиваем наши поля. Готово. И вот здесь поле засеем. Так вот. Получается, здесь вот так вот надо засеивать поля, да? Ох, немножко мы с вами прогадали, да? Прогадали. Ну ладно, тогда вот эти фермы будем выносить уже в другое место. И вот тут вот так вот. Правильно? Да. Тут как бы получается площадь у нас не застроена. Ладно, это потом мы все с вами, наверное, переделаем, да? Когда займемся уже вплотную нашими, ну, нашей НБС, да? Пока что поставим это им тут
небольшие производства, чтобы у нас было поселение. Ну а чай тогда пускай они производят, как я и говорил, вот тут вот получается. Ну, пускай вот будет раз, два. И поставим здесь им склад. Вот так вот. Правильно? Есть у нас доски. Хватит тебе на это все. Так, тут немножко не хватает. Хорошо, подождем, когда накопится древесина. Поговорите с Китемой о старом свете. Давайте, пока готовятся у нас там доски. Удивительный север. Вопросы. У каждой империи много достоинств, но каково, по вашему мнению, главное достижение старого света? Наша культура, наши производственные успехи и рост экономики, развитие флота и военные успехи. Ну, я думаю, наши производственные успехи и рост экономики, да, у нас. У вас большие, богатые, красивые города с высокими зданиями. Честно признаться, мои города ужасно маленькие. Ну да, пока что мы еще не вышли в большие города. Что больше всего привлекает вас в работе архитектора, строителя, ученого? Я люблю исследовать мир, раскрывать его тайны. Я люблю строить и становлюсь в этом деле все лучше и лучше. Я руковожу действиями своего народа, помогаю ему процветать. Я владыка семи морей. Нет. Я руковожу действиями своего народа и стараюсь помочь ему процветать и... Ну, в общем, процветать. Удивительность... А, вот это... Понятно, да? Удивительный север, вопросы. Вы сторонник популизма? Или вы действительно так благородны, что искренне заботитесь о своих людях? Так или иначе, примите этот подарок. Он поможет вам в ваших начинаниях. Продолжить. Признаю, ну и что ты нам я дашь? Я ожидал большей эксцентричности. Так, и нам надо возможно, отправиться в пункт назначения маяк КТМ и забрать награду, да? И забрать награду. Так, давай тебя строим. Что там у наших людей? Сейчас это пойдет производство, правильно? Уже пошло. Уровень счастья мы им поднимем. Это мы все им выполняем, правильно? Надо подождать древесину, достроить нам еще вот эти дома. Ваши соперники заключили мир. Угу. Кстати, у нас появились очки... влияние. Ну-ка, таракан усатый, купи-ка у тебя вот эту долю. Думаете, обхитрили меня? Так, осталось 2 миллиона накопить с копейками, да, и мы у него этот остров отгрохаем. Ну, оттяпаем, короче. Направляемся обратно в НБСу. Так... И нам надо поплыть это к маяку, да? Собрать награду. Вот сюда вот. Давайте отправим сюда линкор. Чтоб он, если что, мог дать тут отпор кому-нибудь, поднять, да? Паруха. Пока у нас копится наша древесина. Нам бы вообще поплавать тут. Произошло ужасное недоразумение. Пожалуйста, помоги. Нет, не буду я ни с кем воевать. Окончено. Не хватает войны с нашим усатым тараканом. Так, понятно, понятно. Зря я сюда, наверное, привез это кирпичи, доски. Они тут, в принципе, не понадобятся, да? Наверное, только балки нужны будут, и то навряд ли. Так, ну тут у нас вроде все идет хорошо, вроде все нормально, да? Улучшаем дальше наши домики. Получается... Смотрим, что у нас идет по балансу. Пока что минус 300. Ну, сейчас людей построим. Баланс уйдется. Надо какой-то, ну, чтобы хотя бы небольшой плюс был. Да, и пока что на это можно будет остров оставить. Так, чтобы нам делать пушки, ну, защитить наш как-то город. Что нам для этого нужно? Нам нужно это... Древесина и какая-то там еще ерундовина, да? Пыски декоративные элементы у нас тут имеются. Сараи всякие, укрытия, костры, узкий щит, маленький щит. Это что, типа колодца, что ли? Или что это такое? Да, это типа колодец или что-то такое. Но
Я даже не знаю, давайте вот тут где-нибудь в центре поставим. Да, это типа небольшого колодца, да, всякие разные деревья, пятачок леса, пятачок травы, можно поукрашать, да, будет. Крушина с блестящими листьями. Благодарность от нашего края и его императора. Давайте вот так сделаем. Это построим. Тут немножко красоты наведем, да? Деньги ж у нас есть? Есть. Так, давай, что там хочешь дать? Небеса столь велика, что управлять ею непростая задача. К тому же, кое-кто по-прежнему не хочет мне подчиняться. Я вынашиваю в голове кое-какой проект. Помогите мне выбрать архитектора. Так, мы-то сюда с вами переместились. Где наш линкор? Лошадцы Фангиреба можно найти на Меридиане. Но мы ничего не смогли получить, потому что у нас Вахадашер на севере. Ячейки заняты. Убедите их, что мы должны быть едины. А, вот мы можем подобрать, да? Мы можем подобрать. Давайте, наверное, хлеб выкинем. Этих я не хочу. Я хочу выкинуть хлеб. Так, все, хлеб я выкинул. А вот это подбираю. Посмотрим, кого он нам дал. Он нам дал место использования ратуша, все жилые здания, инбесы. Уровень счастья плюс 7. Снабжение потребностей. Сушеное мясо, потребление жителями снижается на 20%. Вот это вот хорошая штука. Отправляемся к нам тогда на остров. Обратно. Да, и это сейчас все здесь поскидываем. Правильно? Штурман! Да, плыви. Так, ну а тут нам что еще сделать? Тут у нас звездочка, кстати, горит. Это наш остров? Да, это наш остров. И... А, выбрать объект. Короче, людей надо забрать нам, да? Получается, выберите их маяки, чтобы узнать больше о каждом из островов. Я думаю, по сюжетке дальше чуть-чуть пойдем. Ну, по заданиям этим НБСы, правильно? Нам бы свое поселение немножко развить. Древесина у нас появилась, поэтому давайте улучшать дальше дома. Вот так вот улучшаем. И посмотрим по балансу. По балансу... Нет, финансы... Ну, должны немножко выйти в плюс. Должны будем немножко выйти в плюс. И, кстати, мы можем перейти уже на следующий уровень. И давайте это также с вами и сделаем, да? Ну, вот этот район улучшим. Мы поднялись на новую ступень. И вот этот район улучшим. Все, эпоха товарищества у нас началась. И нам доступны стали это старейшины. То есть можем поставить это полицейский участок, надо будет поставить гобелены, керамику можем производить, саманные кирпичи, ну и нам доступна эта мощеная дорога, да? Вот что нам нужно для пушки, саманные кирпичи. Наши тут уже не работают. Ну, как-то вот так вот, да? Что у нас получается по финансам? По финансам, по идее, должны выйти в плюс небольшой. Минус 34. Ну, это просто не все еще заселились у нас, да? Хотя... Ваши соперники начали войну. О! Перемирие это... окончено. Хорошо. А, вот, ну вот тут вот повышаются наши рабочие. Ну, эти пастухи. И все у них будет тут замечательно, да? А что, им не хватает что-то по производству? Может, им тут быстренько вот это все увеличить надо? Этого хватает, да? По нулям идет. Молока по нулям. Просто еще не успевают доставлять. Ну, в принципе, по балансу у нас идет все хорошо. Коровы по нулям у нас идут. Сушеное мясо даже идет в плюсе. Гибискусы у нас идут в плюсе. Правильно? Чай из гибискуса можно им добавить будет. Здесь известная персона. Так, сержант, ратуша, жилые здания, вероятность будто минус 20%. Ладно, забираем его. Забираем. Ну и все, в принципе, у нас все тут нормально, все хорошо, да? Можно вот это тут еще им поставить, потому что у нас
Вот этого, ну, прям мы много понасадили. Я знаю, что ты ябеда. Я не понял, где-то пожар у нас? Где что горит? Не, у нас все хорошо, все замечательно. По финансам, правда, проседаем, да? По финансам проседаем. Давайте еще немножко домиков улучшим. Кстати, вот эти надо еще два домика достроить. Вероятность бунта плюс 50%. Ну ладно, я ничего не буду менять. Пускай все остается так, как есть. Ну, ребят, по финансам немножко мы с вами отстаем, прям капельку, да? Вот если два дома вот эти построим, наверное, сможем и даже выйти в плюс небольшой. Хотя даже давайте, например, вот этот район еще бахнем. Правильно? Тут еще не заселились люди. Потребности. Площадка для музыкантов. Оттуда не достает. Площадка для музыкантов. Ну, давайте вам ее поставим еще где-нибудь. Вот здесь, да? Чтобы у вас прям все было классно и красиво. Вот так вот. Сейчас немножко древесины. Готово. И строим. Ну и вроде как, по идее, должны мы выходить уже в плюс. Минус 24. Но это, наверное, не все тут дома еще заселились, да, у нас? Получается. Хотя. Тут что у нас? Пастухи. А тут вам не хватает немножко... Не достаете до рынка, да? Немножко не достаете до рынка. Ну, нате вам тут еще один рынок. Так будет прямо вот здесь вот находиться. Все, ребята, небольшое поселение построили. Будем развивать тогда нашу инбесу, это уже потом. Здесь вроде все у нас нормально. Единственное, можно будет это попробовать развить наших старейшин. Саманные кирпичи. Кстати, давайте саманные кирпичи, наверное, сделаем, чтобы их производили, да? Так. Ферма Тефа. Если я тебя поставлю, на тебя тоже нужны поля. Нет, я думаю, мы тогда этим заниматься будем уже позже, да? Как-то это разовьем. Например, ферму Тефа где-нибудь поля можно вывести будет, ну, куда-нибудь вот сюда, да? Здесь или где-нибудь, например, вывести это вот сюда. Провести сюда канал, правильно, вдоль горы. И развить тут фермы Тефа, посадить тут все. И получается, нам тут нужно будет еще это... Им потребуется речной глиняный карьер. Речной глиняный карьер, это где мы можем его размещать? А, прям на реке мы можем его размещать, да? Получается. Тут же мы можем его размещать. Или мы его можем размещать только, получается, вот в этом месте, да? Ага, я понял. Тогда мы, если что, насосы поубираем какие-нибудь, да? Ну, к примеру, мы можем убрать это, вот этот насос снести, правильно? А здесь поставить глиняный карьер. Вот так вот. И соединить это дорогой, ну, к примеру, вот здесь, да? Вот так вот. Все, глиняный карьер у нас заработал. Все, отлично. Ты что хочешь... Один водяной насос нельзя использовать бесконечно. В какой-то момент каналы пересохнут. Если вы хотите дальше орошать почву, придется соединить их с другими насосами. Я понял. Ну, вот это давай построим. Чтоб он у нас соединялся.
И тогда тут должно быть нормально все по воде, да? Все, ребята, тогда продолжим уже в следующей серии. Скорее всего, мы это начнем с вами раскачивать наш остров уже. Наш остров. И будем пытаться выходить в инвесторов. Единственное, давайте посмотрим по нашему жуку. Он опять у нас выкупил долю. Думаете, возвращаем ее обратно. Меня? Возвращаем обратно. У нас есть еще 20 очков влияния. Это значит, мы выкупаем у него вот тут еще остров. Так. Захудалый остров. Неудивительно, что вы хотите. Ну, очки влияния пока что немножко оставим. И все, как я сказал, в следующей серии, наверное, займемся нашим старым светом, нашим основным островом, будем как-то потихоньку его развивать. Все, ребята, спасибо всем за просмотр, всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангуст, увидимся, всем пока-пока.